Так. Благодаря клубной карте, VIP-12 вручается бизнес первый класс самой лучшей авиакомпании мира «Дельта». Владимиру Величко. Владимиру Величко. Yes, yes. Да, и это есть. Стоп. Ты когда-нибудь летал первым классом? Я ни разу в жизни летал даже бизнес-классом, не то что первым классом. Что ты чувствуешь? Я чувствую эйфорию, потому что лететь первым классом, тем более бесплатно, это для меня вообще, не знаю, ступень 10 раз выше, чем я раньше летал. Тебе нравится карта VIP-12, благодаря которой все это возможно? Это супер карта, смотрите, какие дают возможности, это просто невероятно. Какое место, номер места? Выход 22, место 1С. Первый ряд. Первый ряд, да, я в голове смотрел. Его попутчик, Анатолий Климович. И так вручается авиакомпания «Дельта». Друзья, на самом деле я получил бесплатно, я так себе ни копейки не оплачивал. Вот она на самом деле бесплатно мне достала. Вернее, этот билет достался бесплатно. Тем более первый класс. Никогда в жизни не летал. Вот, ну, проверим, пролетим. Посмотрим результат. Главное, невероятно, клубная карта. Невероятно. Друзья, вы сможете записать то, как вы летите первым классом? Я буду записывать всю дорогу. У тебя есть новый iPhone? Да, у меня есть новый iPhone. Ты его зарядил? Я его зарядил. Ну-ка, покажи. Вот он. Круто. Я буду записывать всю дорогу. Всю дорогу. Давай, там, если что, есть зарядки у вас. Это бизнес-класс. Не, это первый класс. Первый класс. И у вас будет интернет. Интернет. Всю дорогу интернет будет? Да. Вот это да. У вас будет интернет, поэтому как только взлетаете, начинаете постить. Транслировать с высоты. Сразу. Но у вас короткий полет. Вы как только наберете высоту, вы сразу начнете снижение. Ага, тут отлично. Лететь 700 километров. Не, здесь лететь сколько? 500 километров. 500 километров. Мы успеем кайфануть все равно. Давайте, там есть, кстати, у вас с первым классом должна быть зона лаунж. А там можно там покушать и так далее. Там все включено. Отлично. Тем более отклонен делейт, это будет вам полный шведский стол, наверное, какая-нибудь такая. Невероятно. Для нас это какая-то сказка вообще. Бассейн там. Вот, настроение. Массаж. Настроение офигенное. Ниагарский водопад? Yes. Прекрасно. И мы с вами встретимся в Нью-Йорке? Да, мы вас там будем ждать, потому что я уверен, что... Вы чувствуете силы обогнать ваших конкурентов? Да, мы сможем это сделать. Они несутся на машине. Они, кстати, да, действительно несутся. Как только сядете, вам нужно запостить будет что? Инстаграм. Со временем, во сколько вы приземлились. Это важно. Yes. Потому что если запостят вперед вас, то они выиграют $1000. Окей, все будет сделано. Главное, что мы сами по-честному бесплатно. Да, здесь ни перед кем оправдываться не надо, потому что только факты. Клубная карта. Я бы не смог никогда себе позволить этот билет. Да, но твоя клубная карта может. Ну, клубная карта, конечно, может. Так, а где у нас Эдгар и Витя? Эдгар и Витя отправились другим маршрутом. Наземным, автостопом первого уровня. Да, наверное, мы не в курсе даже, каким, что они наземным. Они уехали раньше нас, они там убежали далеко, мы после них еще там надолго задержались, поэтому, ну, нам не по-другому вообще никак, нам только самый быстрый автостоп. Только автостоп. У нас у самих завтра самолет, поэтому нам надо по-любому успевать. Тем более мы билеты взяли уже на Москву, нам необходимо. Так, друзья, у нас завтра будет праздничный обед перед вылетом. У вас регистрация во сколько в Нью-Йорке? 21:00. Это значит, вам нужно быть в аэропорту в... Да, 2 часа. В 7? Да. Это значит, нам нужно с вами будет покушать, ну, чтобы уже у вас все было собрано до 5. Ну, окей. Всю информацию я скину. Сейчас моя супруга ищет, знаете что? Что? Моя супруга ищет самый вкусный ресторанчик, где мы будем собираться и праздновать завершение маршрута. Да, вот это да. И мы соберемся класс. Командой победителей. Только победители. Это класс. Yes. И наш, так сказать, трудный марш-бросок подойдет к решающему финалу. Друзья, он все. Был прикольный. Да, он прикольный. Еще он не завершился. Еще не завершился. Еще двигаемся. Он завершится в Нью-Йорке, и мы все, кто прошел этот маршрут, получат медали. Отличие. Круто. Yes. Благодаря клубной карте все становится возможным. Круто. Итак, друзья. Вот доказательство. Добрый путь. Хорошего полета вам, друзья. Спасибо вам. Спасибо. В любом случае, спасибо. Победы вам. Победы. Черт.
что мы там будем ждать, вы нас догоняете. Черт, а мы автостопом. Вас трудно догнать. Самолет трудно догнать. Нас нереально догнать. Анатолий, увидимся. Спасибо. В Нью-Йорке. Артем, все. Все отлично, будет отлично. Ну что, друзья, мы полетели? Давайте. Yes.